Здравствуйте, компания Прогресс Авто. Обзор мини-трактора Исики ТУ-287. Полноприводный тракторчик с кабинкой, 30-сильный, к нам приехал. По шинам, я думаю, здесь все понятно. То есть состояние очень хорошее у передних, такое же, как и у задних, соответственно. Здесь все целенькое и все отлично. Задние шины без растрескивания, без замечаний. Резина, кстати, очень широкая, 12,4 на 24. Трехточка у нас здесь по навесному устройству со всеми гидрорегулировками дополнительными. Комплект состоит из тяг и центрального винта. Кардана, к сожалению, нет в комплекте, поэтому если только приобретать отдельно. В кабине у нас здесь печка. Естественно, стандартный набор исеки функций. Фары, поворотники, реверс. Газ ручной, и, соответственно, здесь, как и обычно, раздатка, отключаемый полный привод, основная коробка передач и все настройки по навесному устройству. Такой тракторочек, 862 моточаса наработки у него, соответственно, поэтому он весь целенький. Поверху у нас здесь динамики, магнитолка и включение печки. Печка, соответственно, вот здесь работает в режиме просто вентилятора. Поэтому такой вот тракторчик есть. Сейчас запустим и дадим послушать, как это работает. Чеки по давлению масла и по зарядке. Обязательно выжимаем сцепление, напомню. Ну, вот, собственно, весь запуск. Выхлопная труба у нас здесь в крыле. Даже по газовам. Видим, что все отлично по части работы именно двигателя. Двигатель работает очень ровно. Сейчас, наверное, одной рукой проблематично будет подснять. Это не менее постараемся. Трехцилиндровый мотор, механический ТНВД. И, собственно, такое вот состояние. Все здесь достаточно близко к новому, работает ровно. Все пломбочки на месте, фишки также родные, поэтому по состоянию трактор отличный. Напомню, Исеки 287, компания Прогресс Авто. Приезжайте, будем рады вас видеть. Всего доброго.